Идею помощи больному ребенку поддержали сотрудники сразу нескольких компаний. У 12-летнего Валеры Скворцова тяжелая форма ДЦП. Стояла задача собрать деньги на новую инвалидную коляску. Из своей коляски Валера уже вырос, и она периодически разваливается. Мальчик проживает вместе со своей семьей в сельском поселении Развилковское, на территории которого и находится предприятие. Когда мы узнали, что такая коляска стоит, тогда нам сказали, что она стоит там 300 тысяч рублей, мы были в ужасе. И первое время испугались. Нам помог фонд «Дорога вместе» с организацией, с организацией этого проекта. Мы установили, у нас был сбор пожертвований в денежной форме, у нас было таких две больших кассы здесь у нас и на заводе «Газдевайс» в столовой. Необходимую сумму удалось собрать меньше, чем за полгода. Компания по изготовлению реабилитационной техники «Доброта» предоставила скидку. И на средства удалось приобрести даже две инвалидные коляски, изготовленные на заказ специально для Валеры. Огромное спасибо за вот эти вот коляски, которые очень нужны ребенку-инвалиду Валере. Без них, ну, как без рук. Да, две руки у меня есть, но с колясками еще лучше, как бы, и чувствовать ребенку комфортно. И везде передвигаться он может. То есть в каждую дверь он может войти. Это первый благотворительный проект компании, далеко не последний. В ближайшем будущем запланировано еще несколько подобных акций. Наши сотрудники всегда готовы помочь. Мы помогаем в организации всех сотрудников для того, чтобы мы могли либо собрать средства, либо помочь руками, покрасить что-то, убрать там и так далее. После торжественного мероприятия для семьи Скворцовых и для гостей была проведена экскурсия по производственным цехам. Также заглянули в теплицы, расположенные на территории предприятия «ГазДевайс», где выращивают не только овощи для местной столовой, но и цветы. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, «Видное ТВ».